Нижняя левая. Очень симпатичное рассуждение, которое в этой задаче придумал Камю. Надо рассмотреть два таких «я». «Я» – это «эго». «Вы» – это что? Это «эго». Я сейчас должен понять, с какой вероятностью в эту игру выигрываю я, а с какой вероятностью в эту игру выигрываете вы. Рассмотрим все слова, состоящие из букв О и Р, на которых игра еще не закончилась. Давайте я пытаюсь объяснить, о чем сейчас разговор. Вообще, как можно, в принципе, представлять себе все слова? Есть слово, состоящее из буквы О. Одна буква, отлично. Есть слово, состоящее из буквы Р. Дальше есть ОО. О, Р. Р, О, Р, Р. Игра все еще не закончилась. А вот слова длины 3, я сейчас должен написать уже не все. То есть, пожалуйста, О, О, конечно. О, Р бывает. О, Р, О бывает. О, Р, Р. Все замечательно. Р, О, О уже не бывает. Р, О, Р бывает, Р, Р, О уже не бывает, и Р, Р, Р. Вот уже два слова исчезли. Если смотреть слова длины 4, то они как получаются? Надо к каждому из вот этих вот слов приписать в конце либо О, либо Р, и при этом часть из них исключить. Разумеется, я сейчас не буду все это выписывать, потому что достаточно сложная картинка, но вы, в принципе, можете себе представить вот все это огромное хозяйство, множество «С» с буквой «Я». Это все начала, на которых я выиграл. То есть они устроены так, что вот это слово, 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 если пишешь в конец РОО, то в таком случае получается, что здесь есть слово РОО, и при этом нигде раньше ни слова РРО, то нигде, нигде раньше ни слова РРО, ни слова РОО не встречается. Итак, понятно, «С-я» — это множество вот таких начальных кусков. Это понятно? Отлично. Есть множество «С-вы». Оно устроено так. Это начало, которое является получено обрезанием, когда вы берете и выиграли при помощи «Р-о-о». «С» — это все начала, когда еще игра не кончилась. И вот сейчас к любому слову из S припишу слово RRO. Я припишу слово RRO к началу, когда игра не кончилась. И я обнаруживаю, здесь игра кончилась моей победой. Правильно? Но скажите, при этом может быть так, что она закончилась раньше? Нет. Значит, я говорю, что S это в точности S с буквы Я. В точности S и S с буквы Я в точности одно и то же. А теперь к тому же самому началу припишу R-O-O. Началу «Я» на самом деле надо приписать одну букву «Р». Множество «С-Я» я при прибавлении буквы буду писать такой звездочкой.
и добавить к нему букву R. Хорошо. И еще это надо объединить с другой ситуацией. С множество всех начал, когда игра еще не кончилась, оказывается, может быть представлено следующим образом. Давайте подумаем, что это значит на вероятностном языке. Вероятность того, что выигрываю я, это у нас обозначено P. Вероятность того, что выигрываю я с дописанной одной буквой, это, естественно, 1/2 P. Потому что еще нужно дописать одну букву. Вероятность того, что выигрываете вы, это, понятное дело, 1-P. И мы получили такое уравнение. P – это 1/2 P плюс 1-P. Половина P – это 1-P. P 2/3, значит, P – это 1/3. Здесь получается... Давайте сейчас себя проверим.